5 декабря отмечается один из важных дней воинской славы России – день начала контрнаступления советских войск под Москвой. Это памятная дата. Она в наших сердцах, в наших душах и где-то даже в личном. Одноклассники моей бабушки 24-го года рождения, они встали все под винтовку. И из класса фактически все мальчишки погибли. Но при этом они грудью заслонили Москву. Долг памяти погибшим солдатам и их подвигу воздали представители Совета депутатов у Вечного огня. Ровно 82 года назад российские солдаты нанесли первое крупное поражение немецкой армии. Успешная военная операция вдохновила советских людей на новые подвиги и укрепила уверенность в том, что враг будет разбит. Понятно, что 41 год он был годом неизвестности, потому что нельзя было предсказать, что может быть. Понятно, что все верили в победу, все верили в силу духа, оружия, но 41 год – это тяжелейшая страница. Поэтому те люди, которые встали на защиту Москвы, за защиту своей родины, мы должны их помнить. Тем более Люберцы – это был такой прифронтовой город.